США. На самом деле Россия один из самых крупных держателей наличных долларов США, за пределами США. И за 100-долларовую купюры приходится основная доля банковских купюр. Okay. Gentlemen, can you begin to position yourself? Shortly. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Важно помнить о том, что нет необходимости обменивать доллары старого образца на новые, так как все американские банкноты считаются законным платежным средством вне зависимости от года выпуска. При разработке дизайна мы стремились как можно более усложнить задачу фальшивомонетчиков, одновременно облегчив процедуру проверки купюры на подлинность. Новая купюра содержит два новых защитных элемента – трехмерную защитную ленту и колокольчик в чернильнице. Наличие данных элементов позволяет легко проверить купюру на подлинность, если нет возможности рассмотреть ее на просвет. Новая 100-долларовая купюра снабжена трехмерной защитной лентой. Это синяя лента с изображениями колокольчиков и цифры 100, который находится на лицевой стороне купюры. По данным нашей системы, количество подделок иностранной валюты неуклонно снижается, но тем не менее где-то 90% это составляет 100-долларовый банкнот США. Поэтому будем надеяться, что банкнот с обновленным дизайном поможет снижению количества поддельных банкнот, которые будут выявляться в наших учреждениях.